Рад видеть вас на канале Device. Сегодня на обзоре материнская плата от компании MSI, модель MEG-Z490 Tomahawk. Надеюсь, что вам понравится это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем. В сочетании с 8 плюс 4-контактным разъемом питания и эксклюзивной технологией Core Boost цифровой стабилизатор напряжения Duet Rail с 12 фазами, выделенными специально под процессорное ядро, позволяет материнской плате легко удовлетворить потребности даже флагманских чипов. Технология Core Boost — это оптимизированная разводка компонентов и усовершенствованная система питания. Она позволяет с максимальной точностью регулировать напряжение питания процессора, создавая идеальные условия для его работы под высокими нагрузками. Полностью цифровая система питания – необходимое условие для хорошего разгона, ведь она позволяет с максимальной точностью регулировать напряжение питания процессора. Функция калибровки цепей питания Load Line Calibration отвечает за то, чтобы подаваемое на процессор напряжение всегда находилось в пределах заданного значения. Она необходима для повышения стабильности при разгоне компьютера. Процессор и другие компоненты защищены от повреждения в случае короткого замыкания. Материнская плата обладает улучшенной поддержкой памяти по сравнению с платами предыдущей платформы Z390. Для применения оптимальных настроек модулей памяти достаточно активировать XMP-профиль. Плата поддерживает новейшие стандарты подключения накопителей для хранения данных. Скоростные интерфейсы позволяют полностью реализовать весь потенциал современных устройств. Добавив к жесткому диску устройство на базе памяти Intel Optane, можно увеличить его производительность до уровня SSD. Накопители Intel Optane отличаются высокой скоростью передачи данных, низкой латентностью и долгим сроком службы. Порт 2.5G Ethernet позволяет передавать данные по проводной сети быстрее, чем при применении широко распространенного оборудования стандарта Gigabit Ethernet. Это отличное решение для требовательных пользователей. Аудиопроцессоры, обслуживающие фронтальные и тыловые аудиоинтерфейсы данной материнской платы, защищены от электромагнитных помех, что гарантирует великолепную частоту звучания. Правый и левый каналы звукового тракта разведены в разных слоях печатной платы, чтобы минимизировать помехи. Для защиты слуха пользователя аудиосистема с технологией Audio Boost подавляет щелкающие звуки, которые возникают при подключении кабелей к аудиоразъемам и включении-выключении ПК. Используя контроллер AS Media 3241 USB 3.2 Gen 2 на 2, материнка обеспечивает высокоскоростной обмен данными с тыловым портом USB Type-C, пропускная способность которого составляет 20 гигабит в секунду. Соответствующие порты, выполненные в виде разъемов USB Type-C, позолочены, чтобы лучше проводить сигнал. Задняя панель включает в себя один комбо-порт PS2 по одному видеовыходу DisplayPort и HDMI, два порта USB 2.0, 5 портов USB 3.2, один порт USB 3.2 Type-C, две LAN-розетки и 5 портов аудиоподсистемы с оптическим выходом. Наиболее скоростные SSD могут снижать свою производительность под высокими нагрузками, чтобы избежать перегрева, поэтому им не помешает дополнительное охлаждение. На данной материнской плате оно реализовано в виде радиатора M2 Shield Frozer. Материнская плата поддерживает все самые популярные системы водяного охлаждения, доступные на данный момент, облегчая их установку с помощью специально выделенных свободных зон. Также у нее имеется отдельный разъем для подключения водяной помпы, способный выдавать ток силой до 2 ампер и позволяющий гибко регулировать скорость ее работы. Шестислойная печатная плата поддерживает стабильную передачу сигнала высокоскоростных интерфейсов. Вокруг монтажных отверстий материнской платы MSI имеются зоны, свободные от каких-либо элементов. Это снижает риск повреждений во время ее установки в компьютерный корпус. Два слоя заземления вокруг крепежных отверстий гарантируют защиту материнской платы от электростатических разрядов. Слоты PCI-Express Steel Armor на данной материнской плате имеют дополнительные точки пайки и усилены стальными элементами, что позволяет использовать массивные видеокарты без риска повреждений. Кроме того, такая конструкция слотов обеспечивает защиту от электромагнитных помех. Защелка увеличенного размера облегчает установку и извлечение платы расширения из слота PCI-Express. Светодиодные индикаторы, соответствующие всем ключевым компонентам, помогут быстро найти источник проблем, если компьютер работает не так, как должен. Предустановленная панель ввода-вывода облегчает установку материнской платы в компьютерный корпус и защищает интерфейсные порты от электростатических разрядов.
MSI Dragon Center – это централизованное приложение, объединяющее в себе множество программных утилит MSI. С их помощью вы получите доступ ко всем возможностям своей материнской платы. MSI App Player наделяет компьютеры и ноутбуки MSI возможностью запускать мобильные игры. С великолепным качеством изображения, удобным управлением, поддерживается мышь и клавиатура и множеством дополнительных функций. Негативных отзывов на эту материнку я не нашел вообще, а вот позитивных немного нашлось. Качественное питание и охлаждение VRM. Гигабитная сеть от Intel. 6 коннекторов для вентиляторов плюс помпа плюс ЦП. Неплохой разгонный потенциал. Тонкие настройки биоса. Оба M2 порта поддерживают NVMe диски. Если вы уже обладатель этой материнки, в комментарии к видео напишите свои ощущения о ней. А в описании, напоминаю, я оставил ссылки на лучшие цены этой платы. Спасибо за просмотр, буду рад, если поставите лайк и подпишитесь на наш канал. До встречи в следующих обзорах, подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить самое интересное. С вами был канал Device, скоро увидимся.